Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Сенчайт Фул, и это хрен знает какой видеоподкаст. В этом видеоподкасте я хотел бы поговорить о том, почему не выходят видео и с какими проблемами я сталкивалась. Поэтому, самая большая проблема, почему не выходит видео, это потому что при загрузке Windows, когда появляется картиночка BIOS, где нужно добавлять Dell или Inter, она дальше про загрузки не уходит. Нужно перезагружать комп раза 2-3, чтобы она прошла дальше. Я не знаю, что это за проблема, в этом я плохо смыслю, но видео, допустим, про Stalker будут, я только скачаю мод и все нормально будет. Я обязательно их буду записывать, но знаете, имейте в виду, что такая проблема есть. Какие еще новости есть? Я даже не знаю. По идее, все идет как шло, как нужно было бы, но не знаю. Вскоре, может быть, если я разберусь с косяками, то будет DS Apache, будет Craft, будет все. Я не знаю, посмотрим, короче. Этого я не могу вам сейчас сказать пока что. Могу сказать только одно, что ждите новых видео, они будут обязательно. Кто-то спросит, зачем тебе борода? Я ее отращиваю. Мне хочется бороду, я хочу проверить себя, что будет через год, допустим. Борода у меня очень хорошо растет. И поэтому как бы для меня это всегда было нормальным. Лучше, чем без бороды. Поэтому не спрашивайте меня, не говорите сбрей бороду и так далее. Она будет, как она была, потому что, ну, это мне решать, а не вам. Но в любом случае, главное, я сказал вам главные новости, какие у меня сейчас на данный момент происходят. Наушники, те, которые у меня были раньше, давным-давно сломались. Сломались в таком причине, что они работали на одно ухо. То есть одно ухо работало, другое нет. Я решил их открутить и понимаете, что получилось с ними, после того, как их открутил. Оказалось, что там даже отходит контакт. Пока я пытался его прилепить, ну, припаять, точнее, даже так скажу, этот контакт, то есть эта плата, на которой держался этот контакт, она, как бы тебе, как вам объяснить, короче, пригорело так, что теперь на нее не то, что контакт прилепить нельзя, на нее ничего прилепить нельзя. Вот такие пироги. Поэтому я даже не знаю, что как и быть. Вот такие пироги, ребята. По идее, это все новости, какие должны быть на этой неделе или за последние, сколько там не было подкаста. Ну, месяца 3-4. По идее, мне ничего такого не происходит особого. Вот такие пироги. Спасибо всем за внимание. Растите бороду, смотрите мои видео. С вами был Сайдшедфул. Всем до встречи и пока.